Внимание! Данное видео транслируется без мата, но не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Так, что у нас тут? Ага. Хорошо. Мы сейчас поступим таким образом с тобой. Хотя, пускай, давай попробуем, это же оружие хаоса. По сути. Если он против четырех королей так срабатывает хорошо, то может быть он будет срабатывать и против тех демонов, которые нам захват делают жесткий. Так, главное не забыть тут. Ага, лифта нету, хорошо. Лифт мы с тобой убирали. Подождем. Ни в коем случае сейчас не прыгай, потому что разобьешься. Лифт очень высоко. О, видишь, как долго ехал. Ну что ж, попробуем отомстить. Надо было лифт поднять, ну ладно. А сколько у нас бутылок? 20, отлично. Правда, я у костра не сел в храме огня, поэтому если мы умрем, то мы опять в Анерлонде окажемся. Ну, это не важно, это мелочи. Это мелочи. Так, пока мы будем с большим количеством выносливости бегать. Можно было бы здесь где-нибудь спрыгнуть прям, чтобы оказаться практически сразу около босса. Может быть, как-то можно где-то. Вот они его очень неудобным сделали, то, что он далеко находится. Я сейчас посмотрю, конечно, сбоку где-нибудь. Ой, ты ж забыл. О, как, какое эффективное вставание, смотри. Оп. Против призраков он уже хорошо себя показывает. Нет, да? Нет. Я не вижу никаких таких мест, откуда можно было бы спрыгнуть и сразу очутиться там у них на локации. Но меч мне явно уже нравится. Плюс у него прибавка от чего идет? А, у него идет бонус от силы и ловкости. Это очень неплохо. Не такая большая, но идет. Это радует. Не может не радовать. Так, сейчас здесь будет. А, от стен все-таки отталкивается, да? Ай, ты ж, я надеялся, что не придешь. Но это оружие явно для ловкачей. Так, где у нас? Где у нас кто? Так, вот я одного вижу. Давай, давай, иди сюда. Четыре удара. Ну, естественно. Так, на всякий случай две. Так, надо запомнить дорогу к ней. К боссу, я имею в виду. Не к ней, к нему.
Ух ты ж. Зажал. Зажал, зажал, зажал. Причем очень неудачно зажал. Еще и человечность мою сожрал. Ты смотри. Что за фигня? Не могу прицелиться. А они мне, да, человечность не возвращают. Обидно-то как. Да что ж я делаю -то? Ага, физическая плюс 18, а так было плюс 25 при плюс одной человечности. Это уже интересно. Так, нам, по-моему, направо, да? Я же правильно помню? Нам вот сюда. Сразу же, ты смотри. Свой щит выставляет. Ой, ты ж. Они все любят спину ударять. Кошмар, тут только чтобы добежать до босса, это сколько геморроя. Впереди, ага. А, я думал, они когда встают, всегда ставят чуть-чуть сразу. Никакого подарочка. Обидно. Так. Здесь нам нужно кольцо Артриаса. Извините, если я неправильно произношу. Я привык именно Артриаса называть. Так, щит у меня правильно, да? Он у меня от магии. Потому что та фигня, которая проходит, это явно магия. Так, ну что ж, посмотрим. Посмотрим, насколько эффективен этот меч. Глупая. Все, идем. Угу.
что там кувыркается, чудная. Буду бежать осторожно, потому что вдруг разобьется, не знаю, она такая дурная. А, конечно, помощник здесь просто идеальный, но очень дурная. Так, я хотел еще вот это взять. Зеленую травку. Она же у нас работает? Нет, она у нас не работает. Ну, тогда это все убираем. Значит, это получается наложение на оружие. Я почему-то думал, что это наложение как бы на меня. Так. Где короли? Где? Скак, вон. Вижу. Давай. Есть. Эффективно ли оно? Да. Сильно не знаю. Бутылочка. На всякий случай. Так, где еще? А, еще не успели даже появиться, смотри, как хорошо. Оп. Да, это оружие очень эффективно. Всем его советую сразу же. А, нет, смотрите, она тоже атакует, получается, пробивать. Я почему-то думал, она урон не наносит. Всегда почему-то, причем казалось. Где еще один? Вон еще один. Да что ж такое-то? Отлично, поздравляю. Отомстили. Великолепно. Теперь у нас есть костер. Нам дали 4 человечности, 60 тысяч. Это, я вам скажу, не фухры-мухры. Давайте сядем теперь. Я не знаю, можно ли сейчас снимать кольцо. Но я точно знаю, что можно сейчас наши 30 человечности взять. Для использования в Ковенанте. Так, и точно знаю, что можно этот костер разжечь. Давайте разожжем его. Использовать 3 штуки, да? Раз. Два. О, Солер. Кто-то в костюме Солера. Это не сам Солер, если что. Не подумай. Так, и 20. Отлично. Отлично, отлично. Теперь можно подойти, поговорить. Приветствую тебя, мертвец-воин. Я изначальный змей, темный охотник Кас. Я направлю тебя и открою тебе истину.
Я без сожаления открою тебе правду. После пришествия огня древние повелители нашли три души. Но твой прародитель нашел четвертую душу, не похожую на другие. Это была темная душа. Твой предок заполучил темную душу и стал ждать, когда огонь погаснет. Вскоре пламя ослабло, осталась лишь тьма. Так начался век людей, эра тьмы. И все же, повелитель Гвин испугался тьмы. И людей, и темного повелителя, который однажды среди них родится. Желая вернуть эру огня, повелитель Гвин воспротивился естественному ходу жизни. Он пожертвовал себя огню и приказал своим детям направлять людей. Гвин затуманил твое прошлое, чтобы помешать рождению темного повелителя. Я изначальный змей. Я исправляю ошибки прошлого, чтобы найти нашего истинного повелителя. Но другой змей, Фран, потерял рассудок и стал на сторону повелителя Гвина. Мертвец-воин, мы на распутье. Только мне известна правда о твоей судьбе. Твой долг — убить теряющего силы повелителя Гвина, который объял огонь и воспротивился природе. И стать четвертым повелителем, чтобы возвестить приход эры тьмы. Да? Очень хорошо. Я укажу тебе путь к темнице Гвина. Стой спокойно, доверь мне свою плоть. Это темница Гвина. Теперь поставь великую чашу на алтарь. Нет. В чем дело? Поставь великую чашу на алтарь. Так, хорошо, давайте вернемся. Я надеюсь, я не сломал сейчас ничего. Но если даже и сломал, то, ну... Вот, вот, да, не сломал. Здесь мы возвращаемся. А, если желаешь, я научу тебя высасывать жизнь. Этим искусством владел темный повелитель. Оно поможет сохранить тебе человечность в облике мертвеца и снять оковы с твоих собратьев. Вступаем в орден. Орден темного духа. Получаем темную руку. Вы вступили в орден. Пом-пом-пом. Здесь можно у него треснувшее красное око покупать в бесконечном количестве. Так, также можно перенестись обратно туда. Так, это мы вступили. И преподнести человечность. Нет человечности, потому что мы ее не использовали. Давайте поговорим. Мертвец-воин, я не готов с тобой говорить. Все начинается с великой чаши. А, видите, не хочет. Прощай. Не хочет с нами общаться, потому что мы как бы не на его стороне, так сказать, пока. В чем дело? Я твой страж. Открой мне свое желание. Давайте будем по 5. Преданность ордену возросла. Еще 5.
Я просто не помню, сколько там, и сразу все 30, наверное, не стоит давать. Так, красное око. Это уже не треснувшее красное око, а красное око, которое будет позволять нам постоянно вторгаться в мир других. Преданность ордена возросла, получен ранг. Ага. Еще... Ой. Ой. Еще 5. Преданность ордена так просто возросла. Первый раз надо 10, в общем, дать. Второй раз сейчас посмотрим, сколько. Либо 10, либо 20. Ага, все. 20, значит, надо по-любому. Я тогда сразу 10 отдам ему. Вот, и мы сразу получили темный меч, темная маска, доспех, наручи и поножи. Преданность ордена возросла, получен ранг. Все. Все до единого подвели меня. Они были сильны, но не видели истины. Я уверен, что ты не обманешь мои ожидания. Прощай. Так. Теперь давайте пойдем в храм огня. Я вам покажу заодно, как работает перчатка. На одном. На одном враге. Покажу, как работает перчатка. Точнее, не враге, на одном персонаже. Так, давайте за место лука его возьмем. Темная рука. А что темная рука дает? Темные тени, подстрекаемые Каасом, использовали это оружие и силу темной души для поглощения человечности. Это оружие также выступает в роли своеобразного щита. Древние могли высосать человечность даже из святого в мгновение ока. Так. Ну, наверное, мы чуть больше часа посидим. Да, я думаю, чуть больше часа. Потому что хочется немножко посидеть. Так. Что она делает? Вот она что делает. Вот так делается захват. R2 делается захват. R1 просто атака. Ну, атака нам не нужна, нам нужен именно захват. Давайте скупим у Петруса последнее заклинание. Все, больше нам у нас нечего покупать. И теперь можно его убить. Ой. И ничего не говорит, видите? О. А что, из него только две человечности можно получить и все? Правда, что ли? Да, смотрите, только две человечности, ладно. Тогда избавимся от него. Он мне никогда не нравился. Нет, не может быть. Это не должно так закончиться. Еще две человечности, хорошо. Замечательно. А что же мы делаем теперь? Идемте к магу. О, здравствуй, вижу, у тебя все хорошо. Что ж, давай приступим. Как я и обещал, ну понятно, он все то же самое говорит. 20 тысяч заклинания стоит, и все, мы у него все, что могли, купили. Поговорить. Не то чтобы я беспокоился. Ага, все то же самое. Ладно, этого будет достаточно. Это поможет тебе в твоих странствиях. Надеюсь, мы еще встретимся. Теперь, по идее, я должен уйти. И вроде бы как он тоже уйдет. Сейчас посмотрим. Я сяду на костерчик. Опять я сказал на костерчик, ну ладно. И, по идее, он ушел. Нет. Так, давайте попробуем переместиться в разные места.
Та. А, перенестись. Перенестись. Куда можно перенестись? Интересно, сейчас я подумаю заодно сразу. А, башня принцессы. На самом деле без разницы куда. Поэтому пойдемте на алтарь света. А теперь обратно в храм огня и посмотрим, ушел он или нет. Или попробуем перезайти в игру и посмотрим. Если нет, значит он уйдет, когда мы возложим чашу. Только тогда это получается активируется. Так, теперь давайте попробуем перезайти. Нажмите любую кнопку, нажали. Пам-пам-пам. Продолжить. Нет, не уходит никуда. Давайте поговорим, может быть. Ничего такого не говорит, но... Ну ладно, тогда это не страшно. Тогда давайте так, во-первых, давайте поменяем обратно на Моргенштерн. Где он у меня? Уже много оружия, надо будет опять скоро читать, чтобы все оружие лишнее убрать. Так, теперь нам надо отправиться в лес. Купить там, докупить заклинание, а то скоро, если не уже, у нас Алачиль уйдет от нас, дочь Алачиль. Каменный дракон, глубинный, въезд нежити, склеп великанов. Блин, как неудобно. Ладно. Так, ну он точно, да, никуда не ушел? Он пока еще здесь. Да, он пока еще здесь. А огненную перчатку тебя как можно? Ого, какая могучая пиромантия. Расскажи мне о ней, я никогда не видел ничего подобного. Рассказываем. Да, конечно же, спасибо за сведения. Я все-таки пиромант не из последних, я сам смогу ее найти. И я снова перед тобой в долгу. Так, купить у него нечего покупать. Блин. В принципе, я знаю, кого я могу еще улучшить. Короче, если мы у него все вещи покупаем, покупаем несколько пиромантий у ведьмы из Алит, которая внизу встречаем, когда мы перчатку на плюс 10 прокачиваем, то... Он, в общем, вот мы ему рассказали, если бы мы ему сказали бы нет, то он бы здесь так и остался бы. А так как мы ему рассказали, куда и чего, откуда мы все это взяли, откуда мы взяли эту пиромантию, то он теперь превратится в полову и отправится вниз, в уезд нежити, и там на нас нападет пламя. Когда я дал тебе пламя, я дал тебе частицу себя. Ага, ну это мы все читали. Что ж, до свидания, береги себя. И не дай преврати себя в полу. Вот он точно, по идее, должен будет теперь уйти. Вот он 100% уйдет. Сейчас мы даже посмотрим. Чтобы на 100% в этом убедиться. А, нет, смотри, пока еще нет. Значит, тоже после того, как чашу мы, наверное, воздвинем. Только тогда, наверное, и уйдет. Либо же, когда мы купим определенную магию. Так, это нам теперь не обязательно. Надо будет потом думать, кого мне продвигать. Какой из ковенантов дальше. Видишь, пока все очень-очень удачно. Так, пойдем теперь к Алачиль. Алачиль. Какая там? Заря, по-моему, да? Заря из Алачиль.
И, кстати, мы получили осколок великой души. Душа четырех королей, павших в тьму. Душа одного из четырех королей, павших во тьму. Фрагмент этой великой души найден на заре эры огня. Повелитель Гвин распознал дар предвидения четырех правителей Нового Лонда и пожаловал им титулы фрагмента великой души, несмотря на то, что это лишь часть великой души, она может наполнить великую чашу. То есть с этим у нас поделился Гвин. Гвин с ними поделился кусочками души. Идите сюда. Так. Сейчас мы с тобой направляемся в лес как раз. Только не как обычно, не пойдем вперед, где Арториас был. Ну, где Сив был. С мечом Арториаса. А пойдем непосредственно прямо. Ну, точнее, не прямо, направо. Направо свернем. А сейчас увидишь. Сейчас я все покажу. У нас, видишь, кстати, чем еще удобно кольцо Кларатин. Оно как бы... Или Кларатин. Оно постоянно... Постоянно в рабочем состоянии. И получается, что у нас даже сама выносливость, она медленнее уменьшается. Даже вот при беге это очень сильно заметно. Как бы мало того, что она быстрее восстанавливается сама по себе, так она еще и... Медленнее убывает во время бега. Ну и я полагаю, что во время, наверное... Так, стоп, потерялся. Что-то я потерялся. Так, сейчас вперед. Да, вот здесь направо надо будет сейчас. С от темных корней и направо. Один бежит у нас, а то будет хвостом за нами бегать. Ну, уже одного удара достаточно. Неплохо. Я пока в раздумье, что мне еще прокачивать. Эх, наверное, я буду прокачивать двуручный меч, который мы с тобой несколько штук купили. Чтобы можно было потом пойти на драконов. Эх, ты... ну ладно, немножко жизни потеряем, не страшно. Так. Сейчас около этого костра сядем, посидим. Кстати, разожжем его, он у нас не разожжен.